They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Кто я? Я аргентинец. Теперь. Уже как лет 5 у нас была возможность поиграть за Гитлера в Аргентине через консоль, но в новом дополнении парадоксы исправили это, и теперь мы можем побаловаться. И попробовать поиграть за 4-й Рейх, что мы сегодня, собственно, и сделаем. Но самая главная цель, естественно, будет вернуться в Немецию. Естественно, чтобы поиграть за Гитлера в Аргентине, его не должно быть в Германии. Поэтому перед тем, как играть, ставим Германию или возвращение Кайзера, или демократию. И аргентинизируемся. А теперь специально, чтобы не спойлерить ничего себе, я узнал только, что надо выйти в Гвардию Националь до того, как Германия проиграет в войне. Ну, то есть фашистская Германия. Поэтому погнали по политическим фокусам. Как интересно получилось. У нас новый президент, а в Германии война. Чтобы выйти в Гвардию Националь, надо, чтобы у фашиков было 60%. Поэтому, во-первых, мы сразу же идем в сотрудничество с националистами и будем продолжать идти по этой ветке, а во-вторых, мы делаем антидемократические и коммунистические рейды. И твою налево это дает нам стабилку, это просто прекрасно. И вообще, я строю дороги в Чако, Австралии. Ну тут типа вольфрама дофига и стали. Ай-яй, оборвем связь с Британией и минус 20% фабрик на народ будет уходить. Какая же база? Как говорится, дух Гитлера чувствуется, когда его еще даже нет. Опа, Чирик выполнил один фокус, а тут сразу два. За 35 дней выходим в активную борьбу с коррупцией. И думаю, что все СНГ нам завидует. Голосование! А теперь выходим в возведение плацдарма. Немецкая военная хунта выиграла, и, как оказалось, не пришлось даже выходить в фокус Гвардия Националь. 10 декабря 1936 года. Странный посетитель. Сегодня утром в Каса Росаду вышел странный немец, говорящий на ломаном испанском, и заявил, что у него большие планы на будущее государство Аргентина. Да? Что может пойти не так? Твою налево! Что это такое? Какая нафиг аргентинская лига? Что это за флаг? Сеньор Гитлер. Прирост политической власти плюс 25, защита от смены идеологии, ежедневная поддержка фашизма и поддержка войны в неделю. И приходит он за 5 дней до начала войны с Уругваем. Я считаю это прекрасно. Как раз укрепит позиции во власти. Погнали. Не жалеем людских ресурсов, просто пробиваемся. Большая часть армии Уругвая в котле, за котлим и столицу. Выходят из столицы, Уругвай захвачен. Я считаю, этот план был просто прекрасен. Ну вот, гениальный никакой. И все это благодаря сеньору Гитлеру. Ага. Взяли фокус в Центральный банк Аргентинской Республики и берем ее как промышленный концерн. Реально хороший бонус. Ой-ой-ой, что за флаг? 4-й Рейх. Блин, какой же это мем, просто мем. Ну и теперь Гуэрра Релампаго. Да, цель войны — аннексия против всех нефашистских государств Южной Америки. И ниже еще написано, все бывшие германские территории станут национальными, то есть... Игра, походу, хочет, чтобы я вернулся в Германию. Опа, Майнфюрер. Итак, в день, когда Советский Союз объявляет войну государству Советский Союз, у нас выполняется фокус, и мы получаем цель войны на всю Южную Америку. Блин, даже больше я вам могу сказать, даже на Центральную Америку. Погнали. Опа, 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 опа. Вижу, вижу, клеточки берутся. После Чили мы проносимся по всей Южной Америке. Сначала разносим Парагвай, потом жарим сраных коммунистов Бразилии, который совок на помощь отослал штук 20 дивизий. Но ничего, мы с радостью их котлим вместе с бразильскими, да так, что у нее остается около 5. А теперь показываю еще один лайфхак. Короче, делайте вот такую кавалерию, можно даже еще больше, просто мне не хватает опыта. И ставите ее на оккупированные территории.
и кайфуйте от людских ресурсов. Видели, да? Только что было 70. Затем идем по минорам, по тему Колумбии, Перу и Эквадора. И в итоге к 1940-му объединяем Латинскую Америку. Ну, не считая колонии европейчиков, естественно. Как я и говорил ранее, наша основная цель — это Германия. И я долго думал, как до нее добраться, пока готовился к войне. И знаете что? Как раз когда я плюс-минус был готов, я увидел, что в Нидерландах пришли фашисты. Я улучшил с ними отношения, и они вступили ко мне в Великий Аргентинский Альянс. Теперь дело было за малым, ибо Германия была отвлечена на Востоке в войне против СССР Рыкова. Хойка, сказать нечего. Поэтому подводим дивизии на фронт в Европе, вырубаем музыку и пошли мстить за сеньора. лайков, и я начинаю снимать новый монтаж. Пишите в комментах, если есть идеи для новых видео, подписывайтесь, заходите в Discord. С вами были братья Эрики, до скорого.